Кстати, про греческое православие. Греция – первая православная страна, узаконившая гей-браки. Ну, в Голливуде, кстати, есть люди, которые переконвертировались в греческое православие. А есть греческие, есть православные, которые вот чисто там, ну, семейные у них. Дженнифер Энистон, по-моему, греческая православная, ну, потому что она гречанка, у нее фамилия Анастасакис настоящая. Это не шутка, кстати. Том Хэнкс перешел в православие во взрослом возрасте, но он не грек. А, кстати, актриса, которая играла Аманду в «Пиле», она перешла в православие примерно в 50 с хуем лет. Тоже греческая православие. Что довольно забавно, как мне кажется. Это определенная параллель есть, да, то есть, если вы «Пилу» смотрели. Такой, спас ярое око, из-под купола смотрит, такой, I wanna play a game. Эту игру я называю «Марье настояние». 60 поклонов, полный рост. Подряд. Так,